В Тюмени в рамках акции «Мы вместе» прошел фестиваль «Дарение». Его организовали совместно с региональным фондом «Защитники Отечества». На фестивале работала «Лавка добра», где все желающие могли не только обменяться подарками и полезными сертификатами, но и презентовать себя, провести танцевальную разминку, конкурсы, викторины, мастер-классы и квест-игры. Здесь же работали палатки здоровья, а также пункт по сбору гуманитарной помощи. Всего 19 площадок.